Скажите, я источник любви, радости, счастья и света. Так есть и будет всегда. Способность просто излучать свет изгоняет негативный опыт как из вашей жизни, так и из жизни всех, кто находится в вашем энергетическом поле. Когда вы привносите высококачественные энергии туда, где есть энергии с низкой частотой вибрации, проблемы мгновенно рассеиваются, потому что тьма – это просто отсутствие света, пишет один из моих любимых авторов Оуэн Дайер. А я хочу привести очень показательный пример из моей жизни, подтверждающий эти слова. Дело было в Санкт-Петербурге. Проходя мимо парка с моей знакомой, мы увидели несколько щенков, совсем маленьких, кем-то оставленных, недалеко от проезжей части. Я очень люблю животных и, конечно, не могла оставить такую ситуацию без внимания. Она вызвала в моей душе сильный отклик, и я сказала: «Сейчас мы будем их пристраивать, но сначала давай накормим». А совершенно не представляя, как мы это будем делать, я направилась за пирожками. Пока мы их покупали, прошло около 5 минут. Возвращаемся и видим, что одного щенка уже держит на руках молодой мужчина. Мы были очень рады узнать, что он решил взять щенка себе. Пока мы с ним разговаривали, подошли еще несколько человек, и все щенки буквально в течение 15 минут обрели хозяев. Мы были очень рады и счастливы, что все щенки пристроены, а моя знакомая удивленно спросила у меня: «Когда ты сказала, что мы их будем пристраивать, я еще удивилась, подумав, как же мы это сможем сделать, а все получилось так легко и быстро, ты просто волшебница». Когда вы наполнены добром, светом и любовью ко всему живому и ищете красоту и излучаете энергию любви, вы можете легко и непринужденно решать любые вопросы и проблемы. Кстати, в том числе и финансовые. Кстати, я хочу заметить, что когда вы действительно любите, уважаете и цените себя, находитесь в абсолютной гармонии с миром, то это состояние выводит вас на совершенно другой уровень, на другие частоты. А когда мы вибрируем на высоких частотах, никакие негативные энергии из глаз, порча, зависть и злоба не могут причинить нам вреда. Энергия нашей любви, радости и света отталкивает все негативное, и этот негатив возвращается к тем, кто его послал. Вот так. А когда вы начинаете любить себя, любить жизнь, когда ваше сердце наполнено любовью ко всему живому, ваша жизнь превращается в постоянное ощущение счастья, радости и блаженства. Наполняйте ваше пространство любовью. Создавайте вокруг себя ауру любви и блаженства. Станьте источником любви, света и добра. Пусть ваши слова и мысли будут энергетически наполнены добротой, радостью и счастьем. И вы увидите, как изменится ваш мир и ваша жизнь.